Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы поговорим о безопасности дорожного движения велосипедистов. В интернете ведутся баталии по поводу того, стоит ли оставлять катафоты на велосипеде или нет. Я как автомобилист могу заявить точно, что стоит, потому что в темное время суток велосипедисты на обочине не так-то уж просто заметит. Может заметить его и возможно, но будет уже поздно. Чтобы не допускать фатальных последствий, катафоты можно оставить. Но те, кто не хочет перегружать спицы на колесах вот такими катафотами, я предлагаю альтернативный вариант. Я приобрел в Китае вот такие вот самоклеющиеся светоотражающие полоски. Комплект состоит из 40 штук. Так, давайте посмотрим, как выглядит светоотражающий слой. Так, это наклейки, состоящие из двух слоев. Нижний белый слой ПВХ и прозрачная пленка с нанесенным рисунком. Полоски термически вырезаны, и одновременно эти два слоя склеиваются, то есть обрезки, как бы вам не хотелось, использовать уже нельзя. Давайте посмотрим, как они отражают свет, потом я наклею все, только ну как-то будет выглядеть на колесе. Так, давайте включим фонарик. Камера сфокусируется. Видите, эффект очень положительный. Вот катафот, который я снял с колеса своего велосипеда. Закончил наклейку рефлекторов на ободрах, а теперь давайте посмотрим, как это все будет выглядеть на велосипеде в темноте. Ехали! Ставим лайки и подписываемся на канал.